Всем привет! Это видео о том, как исправить различные ошибки и проблемы, которые могут возникнуть при использовании USB-флешки. Например, компьютер не видит USB-флешку, уменьшился ее объем, флешка определяется в системе RAW, или же Windows не может определить файловую систему, сообщение «Вставьте диск при подключенной флешке» и так далее. Хочу отметить, что данные проблемы и способы их решения также актуальны для внешних жестких дисков и карт памяти. Например, при попытке открыть подключенную к ПК флешку, Windows выдает мне ошибку «Вставьте диск в устройство». Достаточно простым и очень продуктивным способом решения вышеперечисленных проблем, в том числе и данной, будет очистка диска и его разделов с помощью команды Clean инструмента DiskPart. Очень важно знать, что этот процесс полностью сотрет весь диск, поэтому убедитесь в том, что выбрано правильное устройство. Иначе могут случайно быть удалены данные не с того диска. Итак, для начала кликаем правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и запускаем командную строку от имени администратора. Перед тем, как продолжить, убедитесь, что нужная флешка, карта памяти или же внешний жесткий диск, очистить которые вы собираетесь, подключены к компьютеру. Далее вводим команду «DiskPart». И затем «List диск». Виден список всех дисков, установленных на компьютере. В моем случае необходимо очистить флешку, которая помечена как диск 5. Будьте осторожны, если выбрать неправильный номер диска, он будет очищен и, возможно, важные данные будут утеряны. После этого вводим Select диск 5. То есть данной командой мы выбираем указанный диск, и теперь все действия будут производиться именно с ним. Для полной очистки таблицы раздела флешки вводим команду Clean. И нажимаем Enter. После завершения процесса видим отчет о том, что очистка диска выполнена успешно. Далее вводим Create Partition Primary, то есть создаем основной раздел на флешке. И выбираем этот раздел для работы с ним командой Select Partition 1. Теперь нам нужно сделать форматирование флешки в заданной файловой системе, например, в NTFS. Для этого вводим команду formatfs равно NTFS Quick. То есть сделаем быстрое форматирование флешки. Если убрать приставку Quick, то будет выполнено обычное форматирование, которое занимает намного больше времени. Например, выбираем быстрое форматирование, нажимаем Enter и ожидаем завершения данного процесса на 100%. Далее назначаем буквы этой флешки, например M, с помощью команды assign letter равно M. После этого завершаем работу DiskPart с помощью команды exit. Закрываем командную строку. Заходим в проводник и смотрим, что наша флешка полностью работоспособна. Для примера я просто создам папку с названием «Тест на флешке». И как вы можете видеть, флешка прекрасно работает и никаких проблем нет. Если данное видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание, удачи!